Думайся. Сайрам, катусики, как у вас дела? У нас тут все хорошо. Сходила сейчас, проводила Женю в аюрведическую клинику. Мы немножко поговорили с массажистом. Ну, я трохи попереводила, что смогла. Сейчас пойду прогуляюсь немножко. И вы со мной прогуляетесь. Мы все вечером что-то ходим тут. Может, к реке сходим? Я пока еще до нее не доходила. И что-то интересно, что вот с этим белым кафе. Вроде пока еще открыто. Как она раньше называлась, по-моему? Лун или как? Не помню. Хозяйка там была пока что с Дагестана, но потом она, наверное, продала свое кафе. Сейчас оно такое страшненькое. Раньше такое прям беленькое, такое вообще красивое было. Какой-то камский, чем теперь. Ну, что есть, то есть. Ой, надо очечи надевать. Такое солнышко яркое. Ух. Я даже помню, как-то вот зашла один раз туда и в обуви. Я хотела в туалет зайти. Они говорят, куда вы пошли в обуви? У нас так чисто в туалете. Ну, типа, надо разуться. А у меня, ну, немножко грязные были там кроссовки или что. Я почувствовала себя как, не знаю, как будто я в храм зашла. Я извинилась, конечно, все там наследила немного. Там такой вот казус был небольшой. Я думаю, они все-таки не сильно обиделись тогда. В Ашраме, кстати, перестали продавать вот такие гирляндочки. И вот такие всякие. Что-то нету, убрали. Вот сюда, помню, отправляла посылки. Ну, в смысле, свой багаж из Путапарти. В Гоа. Вот здесь, я помню, мы стояли. А, мы, по-моему, куда-то туда относили. Столько всяких воспоминаний приходит. Вот. Чё, как? Интересно сравнивать теперешний опыт с прошлым. И себя тоже. С собой прошлое, какая я была. И чувства я испытывала. Какие мысли у меня были. Я теперь вообще другой человек. Так все быстро меняется. Все сравнивают себя, какая была 10 лет назад. Да и вообще, кто это? Проход на Кальпаврикшам. К дереву желаний. Вы мне уже пишете письма на почту. Я вот думаю записать маленькое видео. Мне спрашивали, как лучше написать, как желать. Ого! Какая тут у них стройка. Ну так вот я это, может быть, запишу, выпущу вне очереди. Тут был маленький храм такой. И у них были жертвоприношение. Я один раз видела, как убили козу, отрубили голову. Страшно было смотреть на такое. Но они, видите, ну,
Мясо не едят, но жертву приносят. Как бы, ну, вот такие традиции. Да, может, они денег насобирали тут. Стройку организовали. Из чего, они из цемента, что ли, колонны такие поставили? Как интересно. Ну, тут загорожено, тут не пройти. Да. Ну, здорово, здорово, что есть деньги на строительство храма. Пролез. Пойдем с той стороны глянем. Может быть, чаю выпить или кофе. Со ступеньками, с таким постаментом. Тут раньше вот реально это храм, не храм. Это даже было непонятно, что это храм. Просто как это маленькое такое строение. И тут вот тоже вот этого не было. Как интересно. Тут можно подойти, посмотреть. Такое вот тут божество. Шри Байкада Ганга Мавар. Ну ладно. Не знаю, проводится ли сейчас там что-то в храме или нет. Какие-то служения. Строительство ведется. Ну вот и хорошо. Если налево пойти и завернуть будет Сайбазар там. Тоже туда и пойду. Я хотела еще, правда, вот туда сходить, глянуть на площадку. Потом зайдем в Сайбазар. Я все хочу это купить, супер клей. Его не было в Сайбазаре. Тогда надо зайти. Надо зайти в обычный, в наш ашрамный супермаркет. Может, там будет. А такого вот вы видали? I love с вами. Мне нравится. А тут что-то проводится тоже. Маленькая пуджа. Здорово. Отдыхай. Так, кажется, кофе есть. Вот. Поставили молоко греться. Может, сейчас приготовят. How much coffee? 20 rupees. 20. Окей. Отлично.
Very good. Она его просто молоком будет заливать, даже не водой. Тут открыла прям мне новую пачку, кстати. Как интересно. Ну, хорошо. Спасибо. Обожаю, когда они так делают. Опа! Amazing! Сайрам! Ну, попробуем. Ну, крепенько. Для такой маленькой чашечки там, наверное, 2 чайные ложки кофе. Ну, такой средний пакетик. Есть маленькие пакетики, а есть побольше. Ну, хорошо. Приемлемо. Ой, ну я смотрю на эту всю красоту, на эти пальмы, рачулка. Хорошо, хорошо на душе, сердце радуется. Главное, солнечно. Благодать. Так, я пойду, наверное, перейду. Там есть дорожка, буду идти по дорожке. По набережной. Опа. Посмотрели направо, посмотрите налево. Хорошо. Туалет. Работает или нет? Непонятно. Но кажется, работает. Замка не висит. Буду дышать вам тут в телефон. Мне там написали, что вы вздыхаете, как старая бабка. Но я вам буду дышать теперь, как это. На релаксе. Молодая девушка. Как вам такое? Знаете, ну полно воды, полно прям. Где они столько воды взяли? Я не помню, это же вроде вот она пересыхала, эта река. Как-то наполнили. Такое водохранилище получается. Я смотрела видео, по-моему, или я читала информацию в интернете, что мужчина в Индии как раз-таки занимался восстановлением одной реки. И он там вокруг нее деревья высаживал, ну, каким-то специальным способом. И ему получилось это сделать. Надо пересмотреть. Но я не помню, как его звали. Я думаю, вот молодец, вот заморочился человек. И решил восстановить реку. В Индии есть какой-то специальный способ, как они это делают. Я нашла эту историю, она на Пикабу была, статья. Специальные резервуары, джохады. Задерживает воду. Раджендер Синг в 85 году начал восстановление реки Арвари, которая в штате Раджастан. Я прикреплю ссылку на статью, можете почитать, очень интересно. Он тут гладит утюгом, там в утюге, наверное, у них эти угли. Оп, потихонечку.
Хорошо тут, хорошо, на солнышке, на чистом воздухе. Красота, красота. Я, кстати, узнала, сколько стоит постирать одну вещь. 20 рублей. Раньше вроде по 10 было, не помню. Но я думаю, я отдам такие свои какие-то крупные вещи. Вот жилетку, джинсы. Не хочется руками стирать. Что-то мелкое нормально, а вот такое... Я не уверена, что я хорошо отстираю. Машинки дома-то, конечно, проще. А тут ручками, ручками. Угу. Ну, как есть. Что есть, то и прекрасно. А вот и козочки. Что-то едят, непонятно что. Привет! Маленький козленок с мамой. Колесики. О, коровки. Травку жуют. Не картонки. Привет. Тут так редко можно встретить коров на самом деле. Но по улицам вот они не ходят. Ну, не знаю, прогоняют их оттуда или что. А тут вот они. Привет. Маленький теленочек тоже. С мамой. Ну теперь я буду знать, что вы тут есть. Шерстью какой интересно. Ну, увидимся, ребятки, девчатки. Если что, так, ну, я папаюш покупала, там эта же кожура была. Вот. Но если что, вот. Можно и подкормить будет. Но если встретимся, говорят, это как-то вот редко встречаю коров. Дамбы или что там интересно. Красиво. С водичкой хорошо так? Красиво. Пролезло. Ну вот и дошли до поворота. Пойдем налево. Я еще хочу зайти в храм Шивы и глянуть, во сколько там пуджи проводят. Раньше по понедельникам были. Сейчас не знаю. Хочется тоже посетить это прекрасное место. Зарядиться положительной энергией еще и там. В 2020 году мне там очень нравилось. Прям вот, ну, так благостно. Такие мощные пуджи были. Там нельзя было снимать, по-моему. Ну, это было прекрасно. Зато Юля мне сказала, что в храме Вишну можно поснимать. Будет там хороший такой добрый пуджари. Снимать разрешает. Что, скоро мы отправимся. Точно не знаю, когда, но скоро. Я видела поиску 650. Разные школы. Ты здесь? Или где это? Или это у них просто реклама? Что есть такое? Сохраняйте воду, сохраняйте жизнь, сохраняйте мир. Поддерживаю. Кладбище. Ну, мы там уже бывали.
захаживали. Мне кажется, тут что-то поменялось как-то тоже. Тут же рынок проходит, насколько я помню. Проходит, проводится по средам, если не ошибаюсь. Сегодня вторник, никого нема. Какой-то ров выкопали. А что его выкопали? Трубы там или что? Что-то проходит? Какая-то коммуникация? Ой, что-то глубоко прям выкопали. Или оно так было? Что я не помню. Может, и было. Непонятно. А может, это сейчас вон копают. Бульдозер. Бульдозер, не дави. Не дави, я ухожу. Все, я пошла отсюда. Вот такая вот прогулочка у нас с вами получается, дорогие зрители. А я вам ласково напоминаю, что если у вас есть возможность, смотрите, пожалуйста, рекламу. Я вам буду очень-очень благодарна от всего сердца. Честно-честно. Жизнь кипит. Повсюду что-то происходит. Ну, это замечательно. Шикарно, шикарно, конечно.